В Краснодарском крае 15-16 августа продолжает свои действия экстренное предупреждение по высокой пожароопасности. Ожидается сильная жара с температурой воздуха до 39 градусов. Учитывая складывающуюся оперативную обстановку, Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Не допускайте пала сухой травы неконтролируемого сжигания мусора. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Не допускайте детской шалости с огнем. Но при усадебном участке или на даче всегда держите наготове инвентарь для тушения пожара. Комплекс профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами и их последствиями, продолжается и находится на особом контроле Главного управления. В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно вызвать пожарную охрану по номерам телефонов 01 либо 101 с мобильного. Напоминаем, что единый номер экстренных вызовы экстренных служб 112.